читайте в «Свежей комсомолке» 19 февраля. Кто пытается отделить Ставрополье от России? Что стоит за смертью россиянина Николая Науменко от рук чеченца Висхана Акаева? И почему край захлестнула волна митингов в защиту русских? Читайте в расследовании Владимира Демченко и Алексея Овчинникова. Что упало на Челябинск? Ученые провели анализ фрагментов метеорита, найденных у озера Чебаркуль. Из чего состоял и какого размера был гость из космоса, узнавала Светлана Кузина. Социальные сети против нефти и металла. Журнал SEO опубликовал список российских миллиардеров. Почему Россия побила рекорд по количеству богатейших людей планеты и на чем теперь зарабатывают бизнесмены, рассказывал Евгений Беляков.